Всем привет, с вами я, Нова, и сегодня я покажу, как сделать рыбовую пулю. Вот, мы берем сначала гильзу и разравниваем ее ступкой. Разравниваем. Разравняли. После того, как мы разравняли, мы берем, насыпаем порох и взвешиваем гильзу с порохом. Она должна с порохом весить 2,5. Ой, 2,3. 2,3 должна весить. 2,3 должна весить. Мне еще 2 миллиграмма не хватает, так что я беру чуть-чуть порохом. Чуть-чуть дорого. Вот. Два и два. 2,3. Вот у нас 2,3. И потом мы берем пуш-контейнер. Потом берем маркер или фломастер, чтобы она была с пуш-контейнером. Вот такая вот. Вот. Потом берем дробь. Мы должны вспомнить. Этой же. Ну ладно. Будем специальной штучкой для дроби. Ставим ее и тоже взвешиваем. Она должна быть, она весь 30 должна. 5, мало. 27, мало. 25, мало. 18. 26. 28, 4. 32,8 много. Слишком много даже. Можно сказать. 33 много. 25,9. Сейчас чуть-чуть добавим. 76. 79. 28. 29,1. 27. 32 много. 29,7. Как у меня не получается так, чтобы было... Может получиться. Не получается, чтобы было ровно. Я возьму 29,9. Вот, потом я беру форму в виде звездочка. Называется звездочкой. Вот сталкиваем. Берем. Ставим звездочку. И начинаем надавливать. Чисто, что текста вроде. Все, вот я надавила до конца. До конца дышу. Чуть вываливается. Нельзя ни в коем случае ее крутить. Вот. Берем другую формочку. И тоже так же, такое же все движение. Мы так же давим на них. До конца. Если она не будет до конца, будет все вываливаться. Все дроби будут вываливаться. Понимаете? Вот, у нас получилась такая вот пуля. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. С вами была я, Нова.